На фоне манекенов в белой одежде и под зеркальным потолком прошел показ новой коллекции модного дома Dior «Осень-зима 2018-19». Приглушенные цвета, натуральные ткани, легкие линии, береты и пышные юбки. Креативный директор Мария Грация Кьюри говорит, что в этот раз сфокусировалась на качестве нарядов в противовес так называемой «дешевой моде». Думаю, отдавать дань уважения бренду – это вести его в будущее. Эта коллекция не дань уважения, это мое видение моды будущего. Я считаю, что это лучший способ выразить уважение. Сегодня у людей есть представление, что раз мода дорогая, то она должна быть броской. Но мы пытаемся объяснить, что это не так. Dior входит в официальный клуб домов высокой моды, а он включает не все известные дома. Например, там нет Louis Vuitton и Saint-Laurent. Чтобы получить членство, модные дома должны физически присутствовать в Париже, иметь штат в 20 сотрудников и больше, а также создавать эксклюзивные коллекции для частных клиентов. Я встречаюсь с некоторыми клиентами и знаю, что они приходят в дома высокой моды не только за платьями, но и за отношением. Они верят, что мы о них заботимся, поскольку мы подгоняем размеры и подбираем то, что идет только им. Среди именитых гостей показа были актрисы Кэти Холмс и Кейт Босворт, а также супермодель Карли Клосс. Уникальные работы. Можно увидеть, сколько вложено в каждый наряд. По крайней мере, я так думаю. Я видела, как проходят модели и понимала, сколько бесконечных часов потрачено и сколько человек трудились над каждой вещью. Показ традиционно прошел в музее Родена. На манекенах были образцы знаковых платьев разных эпох.